Почувствуйте то, что вокруг. Почувствуйте себя. Если кто-то есть, вы об этом знаете. Мне кажется, животные. Какие это животные? Кошки. Сколько их? Я просто своего увидела, который ушел 15 лет назад. Как он относится к тому, что сейчас встретился с вами? Рад. Я рад. Отлично. Давайте попробуем вот в этом месте найти тот момент времени, когда рядом с вами не только кошки, но и кто-то другой. Вот там, в этом моменте. Кто рядом с вами? Будьте закрыты. Угу. А теперь спросите саму себя. Вы сами закрыли себе такую информацию или кто-то со стороны закрыл? Первое, что приходит в голову, сами или со стороны? Приходит не готово. Кто говорит, что не готово? Пусть покажется. Вот зеркало, из него ничего не видно. Как туман. То есть, по идее, я должна быть или должен быть, но меня там нет. Хорошо. Тот, кто закрыл, представился в образе зеркала. Почувствуйте себя само. Оно должно здесь быть или оно здесь лишнее? Нет, оно как портал, но я не могу, оно для меня зеркало. Угу. Он портал куда? Загляните за это зеркало. Со стороны. Просто загляните. Что там за ним? А вот и звезды. Угу. А сейчас перед вами показывается тот, кто закрывает перед вами этот путь. Смотрите, кто появился. Какой-то темный какой-то, но... Сейчас вы понимаете, чего вы лишаетесь тогда, когда вас не пускают дальше. Какой ресурс свой личный вы теряете? Сила. Сила уходит к темному. А вот я и влиять не могу. У меня их много, но тут у меня их мало. А сейчас вы чувствуете, где есть настоящий проход. Нам не важен тот проход, который был обманным. Сейчас вы видите себя в том месте, в котором вы оказались через 30 дней. Туман. Все время. Угу. Туман, который закрывает возможность видеть. Мысленно берете этот туман и скатываете в клубочек. И открывается то, что было за туманом. А туман мы просто уничтожаем. Он больше не затуманивает вам восприятие. Похоже на свет. Такой золотистый. Угу. Какие чувства вы испытываете к этому свету? Я туда хочу, но почему-то не могу. Что держит вас? Страх. Страх чего? Чего вы боитесь? Что не имею права, недостойно. Вы можете разглядеть, на что похож этот страх? С чем его можно сравнить? Нити какие-то чёрные. Угу. Так вот мотаешь, они все не кончаются. Моментально, по щелчку пальцами, эти нитки все полностью из вас выскальзывают. А теперь почувствуйте вот этот золотистый свет, который перед вами. Вы туда хотите. Сейчас вы можете туда идти? Да, он как будто вот. Да, ну, давно.